20 июня, 17:00. Там, где есть Иисус, там есть надежда. Он прикоснется к тебе, и твои слепые глаза прозреют. Харьков, стадион «Металлист». Он прикоснется к тебе, и твои хромые ноги начнут ходить. Может, никто не хочет прикасаться к тебе, но Иисус хочет прикоснуться к тебе. Грандиозное событие. Исцеляющая молитва. Тысячи христиан соберутся в одном месте, чтобы прославить Бога. Это молитва за нашу страну, за наши семьи, за наши церкви. Это молитва Богу за твое чудо. Не могла увидеть ни одного человека. Я их видела как деревья, как силуэты. Сейчас я отчетливо вижу. Коленная чашечка была полностью заблокирована. Попрыгай, попрыгай. У меня больное колено, я очень много дней не дошла сюда. Меня Бог исцелил. Была сильная аритмия сердца, и сейчас чувствую, что Иисус исцелил. Твое сердце исцелено. Волдыри больше на теле. Волдыри на теле? Да, и врач сказал, что это так навсегда будет, а сейчас его нет. Они исчезли? Да. Один. Один. Два. Два. У него ухо не слышало с детства, сейчас оно открылось. Прикосновение Бога изменит твою жизнь. Не пропусти! 20 июня, 17:00, Харьков, стадион «Металлист». Исцеляющая молитва. Прямой эфир на телеканале «Новый христианский». Телефон для справок в Украине 0800 334 615.